Всем привет! Этот урок посвящается настройке программы SystemBug, потому что некоторые пользователи стали жаловаться, что программа SystemBug стала работать некорректно. И эта проблема, значит, была уже исследована пользователями, и вот здесь вот на форуме mint-linux.ru было найдено, что после обновления пакета Casper 1.3.340 на 1.340.2 вот, начинают выползать всякие каракозябры, и лифобраз, как говорится, не грузится. Как же, значит, поправить эту проблему, скажем так, ну, наиболее рациональным путем? Потому что иначе, вот, пишется, что SystemBug отказывается запускать созданный изообраз, и выглядит вот такая вот коробочка сообщения. Значит, вот давайте у себя проверьте очень просто. Значит, первое. Зайдем в Synaptic. Заведем пароль. И вот здесь в окошечке поиска так и наберем Casper. А вот теперь смотрите внимательно. У меня написано, что установлена у меня лично версия 1.340, то есть нормальная. Но имеется, значит, 1.340.2. И если я, значит, ее сейчас начну обновлять, то я получу те же проблемы, с которыми столкнулись наши пользователи. И поэтому, значит, многие пользователи просто-напросто переустанавливали систему. Ну, скажем так, проблема-то яйца-то выеденного не стоит. Просто переустановить пакет и сделать downgrade. То есть, если у вас установился пакет 340.2, ну, понизить его. Ну и как это дело делается? Значит, вот видите, все эти обновления, значит, делали вы через менеджер пакетов Synaptic. А вот поглядите-ка вот сюда. Не зря, значит, вот здесь есть просто менеджер обновлений. Вот давайте проверим. Пишет, что другое приложение использует. Да хорошо, сейчас закроем его, нет проблем. Причем вот хочу показать вам параметры, что у меня уровни, вот только два уровня, рекомендованные обновления и сертифицированные, а никаких там обновлений безопасности, которые не проверены, но считаются безопасностью, у меня галочками не отмечены. Все, ребята, вся остальная шелупонь, как говорится, летит в сторону. Итак, что делаем? Проверяем, значит, обновление. Не дело. Видите, стандартный менеджер обновлений, он не нашел ведь ничего, что нужно там установить, переустановить и так далее. А вот если вы опять бежите, значит, в Synaptic, и в Synaptic, значит, заводите Casper, то вот у вас так и получается, значит. Значит, если у вас тут стоит установленная версия 1.340.2, значит, вам просто-напросто нужно взять и что сделать? Вот, отметить для полного удаления и скачать нормальные версии файлика Casper. Каким образом? Показываю, смотрите. Смертельный номер, как говорится. Вот этот файлик.
Значит, сейчас я сделаю его более видимым. Скачать в зависимости от типа вашей машины и установить. Я пока окошечко это закрывать не буду, но вы в любой момент всегда можете вернуться на это место, сделать стоп-кадр, переписать вот все это дело и скачать себе эти файлики. Показываю. Первое. Ну, скачаем 64-битный файлик. Вот, пожалуйста, в загрузке идем. Значит, ну где? Ну вот я пойду сюда. И сохранить. Это один вариант, а для слабеньких машин вот второй. То есть, видите, вживую, значит, вот эти файлики, значит, скачиваются. И думаю, что они уже и скачались. Ну, а теперь, значит, будем проводить смертельные трюки, которые вы своими ручками себе понаделали. Значит, проверяю, значит, еще раз. Открываю папочку с загрузками. Смотрим. Значит, Каспер 1, Каспер 2, значит, но они отличаются только в зависимости от того, 32-битная сборка или 64-битная, но они у меня есть. Итак, значит, вот еще раз вам, пожалуйста, стоп-кадр, или в поиске в интернете просто наберете Каспер, найдете, откуда можно скачать свою версию, и скачаете. Дальше. Значит, теперь, значит, что пользователи делали? Допустим, пользователь там ставит какую-то программу, значит, обновить. Он таким образом сделан, менеджер пакетов Synaptic, что он при обновлении, значит, вот тут все эти вещи делает. И, скорее всего, вы влипли в эту историю только, как говорится, благодаря менеджеру пакетов Synaptic. Вот у меня интернет довольно-таки быстрый, и все равно, несмотря на это, значит, вот он довольно-таки долго там думает, что, как и почему. Но вот когда он все это дело проверит, значит, я все-таки полезу сейчас и сюда тоже в настройки. И здесь посмотрим, может быть, и здесь можно будет установить какие-то уровни безопасности, чтобы вот в такие вот вещи не влетать. Но идея моя какова? Значит, я сейчас попробую установить последнюю версию пакета Synaptic. Затем покажу вам, как ее удалить. И как поставить снова старую версию, чтобы у вас, как говорится, все ваши, так сказать, настройки ваши, значит, ну, работали нормально. Ну вот у меня он проверился. Теперь я хочу пойти в настройки, пойти в параметры. Посмотрим, есть ли здесь что-нибудь. Что, значит, мы делаем? Вот я беру, значит, отмечаю, значит, для полного удаления. Применить. И вот он, значит, удаляет файлик Каспер и удаляет, значит, лупим Каспер. Вот эти вот два файлика. Ну, что делать? Применяем. Ну вот, файлик, значит, был удален. И теперь, видите, 1.340 улетел, остался только вот этот красавчик. Значит, отмечаем его для установки. И помните, у нас еще был лупин. Ну, давайте посмотрим и лупин.
для установки. Все остальное вроде было нормально. Применяем. Применить. И вот получаем, как говорится, что большинство пользователей при стандартном обновлении менеджера пакетов Synaptic и получили на свои сборки. Потому что обновлялись не через менеджер обновлений, а через менеджер пакетов Synaptic. То есть за ручками своими, как говорится, иногда следите и в разные стороны не суетесь. Если уж обновляете систему через менеджер пакетов менеджер обновления, ну так и обновляйте, там по крайней мере два уровня выставлено, а здесь вот получаете по полной программе. Теперь, значит, что мы сделаем? Я сделаю ISO файлик и попробуем его живым запустить. Каким образом? Идем, значит, вот сюда. Вот у нас есть создание, покажу вам свои настройки обычные. Вот у меня галочка отмечена, одновременно создавать ISO образ и образ в формате программы SystemBug. Значит, в исключениях у меня много чего стоит, обычно я практически вот эти вот дела закачиваю в исключение. И Dropbox я в исключение, и MegaSync. Оставляю только вот шаблоны, десктоп вот таким вот образом. Ну вот, создание, значит, живой системы. Ну и что? Нажимаем, вперед, как говорится, и с песней. Время у нас сейчас 18:49. Колюшка, говорится, вы с такой проблемой столкнулись, так ну и решайте ее по-человечески. Не обязательно там переустанавливать полностью всю систему и там настройки свои делать и так далее, и так далее. Вот. Сейчас проверим файлик, который создает система. Проверим его на виртуальной коробочке. Если на виртуальной коробочке он не будет запускаться с кракозябрами, то, значит, здесь все понятно будет. Итак, пока прервемся. Итак, создание, значит, живого образа ISO закончено. Занимает он у меня 2,6 гигабайта. И заняло это время, ну, 9 минут там, ладно. Теперь самое главное. Проверим этот образ на флешке, ой, на флешке, на виртуальной коробочке. Запустим виртуальную коробочку. Создадим образ, напишем там Cinnamon Linux. Оперативки дадим побольше. И пойдем в тонкие настройки. В тонких настройках я обычно даю, у меня 4 процессора, я даю 2 процессора. Ну, здесь обычно включаю на всякий случай. Видеопамять вывожу на максимум и даже даю 3D ускорение носители. И вот здесь в качестве носителя указываем
вот этот файлик, который мы создали. Ну а теперь попробуем его запустить. И что-то сильно долго он о себе думает. И, скорее всего, пользователи, которые пытались запустить это дело с флешки, вот получали, вот, скорее всего, вот такую вот команду. Скорее всего. Но, тем не менее, как видите сами, файлик практически не запускается. И тут написано INIFRAMS format specified SAUFS and no support found. То есть не найдено никакой поддержки. Поэтому и у вас System Bug, как говорится, не работает. Поэтому я даже не буду записывать на флешку, чтобы еще и на флешке проверить, какие там у меня сообщения. А все понятно, что вот этот образ, который мы создали, уж если он на виртуальной машине не заключается, так, извините меня, он и не будет запускаться. А для примера, значит, из моей сборки, ну вот я вам сейчас покажу. Напишем LMC Linux вперед. Делаю все то же самое, даю два процессора, дисплей, значит, видеопамять на максимум ввожу, 3D ускорение, носители. А теперь в качестве носителя я укажу другой носитель. Носитель моей нормально работающей сборки, где у меня все, как говорится, работает нормально. Вот циномончик возьмем, откроем его. Нажмем ОК. И вот давайте его запустим. Нажмем Enter. Здесь, как видите, все проскакивает. Сборка стартует. Идет ее загрузка. Ну, давайте дождемся. Ну, явно видно, сейчас экранчик покажет это самое, саму сборку, там ля-ля тополя. Ну, вот видите, сборка запустилась, все нормально работает. То есть, для неверующих, как говорится, вот, пожалуйста, вам, как говорится, наглядный пример. То есть, то, что вы пытаетесь, значит, запустить с обновленным Каспером, вот, получаете, как говорится, полный ушат удовольствий. То есть, нормальная менюшка, нажимаете Enter. А дальше, как говорится, ничего хорошего. Доходит дело вот до словечка, значит, INIFRAMS, INITFRAMS. И, значит, пишут, что формат, обозначенный как AUFS, и никакой поддержки для него не найдено. Вот, как говорится, и весь сказ. Ну, что теперь будем делать? Проблему решать надо. Решать будем проблему вот таким вот образом. Значит, я сейчас удалю вот этот пакет злополучный. И вот этот вот пакетик, значит, я отмечу для полного удаления. И применю. К
Коли уж он, как говорится, не хочет работать, ну так все это дело надо и убирать. Все, значит, пакетик этот мы удалили. И у нас, значит, в загашнике, в загрузках имеется пакетик Casper AMD. У меня 64-битная машина. Вот, я по нему два раза кликаю. Значит, он сообщает, что более поздняя версия доступна в центре программ. А вот нам-то как раз не нужна более поздняя версия, потому что, как видите, эта более поздняя версия, она не работает. А нажму на установить пакет. Заведем наш парольчик. И пусть себе устанавливает версию, которая у нас рабочая. Ну вот он пишет, что все это дело установил. Теперь, значит, мы можем опять-таки при помощи программки Synaptic определиться, стоит ли у нас необходимая версия 1.340. Наберем здесь Casper. Ну вот, вернулись на круги своя. Значит, установленная версия 1.340. Что требовалось доказать? Ну, и теперь, как всегда, значит, естественно, создадим живой образ и проверим его, будет ли он у нас нормально грузиться. Для этого пойдем вот сюда. Вот этот образ, поскольку он не работает, мы просто-напросто его удалим и создадим новый. Ну вот, закончили мы создание живого образа. 2,64 гигабайта у меня он занимает. А теперь, значит, как всегда, проверочка. Запускаем виртуальную коробочку. И на виртуальной коробочке вот здесь я что сделаю? Я пойду в настройки и в носителях вместо этого образа укажу вот этот образ. У нас он находится в директории Home. Вот оно. Видно, дата создания 19.18, вот у меня времени 19.19, то есть тот образ, который надо, мы подключаем. Вот. И запустим теперь образ, который мы сделали с переустановленным Каспером. То есть показываю все вживую, нажимаем Enter. Ну, ждем и надеемся на лучшее. Ну уж, если по экранчику что-то побежало, то явно, что мы уже проскочили тот момент, когда у всех все это дело стопорилось. Помните, да? Что там он не мог найти что-то там АУ, ФС там поддержки, что-то там еще. Я уж сейчас там не помню. Ну, чего-то там он не находил. Вот, пожалуйста, сборочка запустилась. Вот таким вот образом она выглядит. Ну, я как всегда говорю, что, значит, CairoDoc, он в виртуальной коробочке не всегда корректно отображается. Но, тем не менее, значит, по опыту вам скажу, что уж если сборка на виртуальной коробочке запустилась, то, значит, все нормально, и ее смело можно, значит, записывать на флешку. Итак, значит, что, значит, мы выяснили из урока? Что, значит,
Собственно говоря, и не сама там программа Систембанк-то в этом деле повинна, а, значит, к ней, значит, не подходит пакет Каспер. А что же умеется у стандартной Linux Mint для бэкапа? И кто это у нас является таким большим соперником программы, значит, Systembank? Вот эти вот ребята, значит, резервное копирование файлов, программ, восстановление файлов, восстановление программ. Значит, я в свое время как-то все это дело проверял, так скажу вам даже, что Linux Mint Cinnamon, значит, вот у них особая любовь, очевидно, к автору этой программы. Вот. Ну, как говорится, любовь любовью, а здоровая конкуренция здоровой конкуренцией. Systembank в этом плане вне конкуренции. Даже вот такие вот мелкие шпильки в сторону программы Systembank можно и нужно обходить. И пользуйтесь этой программой на здоровье. Но только я вас прошу, что при обновлениях, вот, правка, параметры, сделали себе два уровня, все, и хватит. Автообновление. Раз в месяц, и хватит, не нужно превращаться в обезьянку и каждые там 35-40 минут, как они изначально поставили, обновлять систему. Не нужно этого. Все, сделали и все. А ваша ошибка, процентов на 100 уверен, была в том, что вы когда что-то ставили через программу System Synaptic, там тоже очень много хороших программ, а Synaptic, он автоматом требует обновления всей системы. И после обновления вы нажимали кнопочку «Обновить» и, как говорится, получали удовольствие по полной программе, сами того не ведая. Ну, а теперь, значит, вот эту вот болезнь, как говорится, легко, значит, мы с вами научились лечить. И чтобы там не искать там эту мою ссылочку там и так далее, можете просто сделать вот таким вот образом. Сейчас покажу. Значит, пойдете вот в поисковой строке и наберите Каспер. Откинет очень много чего. Поэтому поиск уточним. Каспер 1.340, по-моему. Вот. Один пакет, значит, Каспера вот откроете и скачаете. Тут все это дело, значит, написано. Так, дайте посмотреть. Вот, это для 32-битных машин. А второй, по-моему, я вот отсюда вот качал. Да, а второй пакетик вот отсюда. AMD64, вот. Каспер 1.340. Вот и все. И не надо, как говорится, наводить тень на плетень. Просто аккуратнее пользуйтесь программой Synaptic. Вот. Программа Synaptic, она входит практически во все Linux. Ну вот видите, как иногда нужно бывает быть, скажем так, осторожным. И еще тут у меня один из пользователей что-то такое интересненькое писал, что у него, значит, там в сборке там была проблема. Ой. Дай бог памяти. Сейчас скажу. А, вот. Значит,
возникли проблемы, значит, с русской локализацией и так далее. Собственно говоря, я этих проблем не знаю. Почему? Первое. Если вы ставите официальную сборку, то сразу ставьте ее на русском языке. И у вас в текстовых документах таких проблем не будет. А вы, скорее всего, поставили, значит, на английском, затем, значит, пошли в меню. В менюшке, значит, выскочили. Где тут у нас язык? Сейчас гляну. Эффекты, автозагрузка. Вот. Языки. Вот посмотрите, язык, интерфейс и дата, время должны стоять у вас вот Россия. Регион свой, ну я живу там в Англии, у меня стоит такой. Если вы живете в России, тоже поставьте Россию. И вот галочку нажмите «Применить для всей системы». И вот поддержка языков, тут можете дополнительные языки ставить. Но вот внимательно обратите внимание, потому что, значит, что человек пишет? В языковых настройках все полностью сделал, но в некоторых текстовых документах вместо русских букв нечитаемые символы. В моих сборках, я, конечно, очень извиняюсь, вот смотрите, вот вам английские символы, Alt-Shift, вот вам русские буквы. В моих сборках все работает корректно. Можете, конечно, тут еще поползать, я не знаю, там посмотреть что-нибудь там, здесь там установить язык, вот сюда, допустим, если у вас там чего-то не того, вот, может, тогда будет принимать. Но в моих сборках оно все работает, как говорится, нормально. Вот. Ну ладно, я считаю, что, по крайней мере, проблемы с программой SystemBug теперь пользователи научатся решать и без переустановки системы. Хотя, в принципе, мою сборку-то с флешки переставить там, ну, 5 минут. Единственное, конечно, если у вас там самые разные данные и так далее, все это дело находится в папочках, там документы, видео и так далее, то тогда да. Вы когда будете переставлять, вы все это дело потеряете. Я обычно стараюсь всю информацию хранить на отдельном разделе жесткого диска. Покажу, как я это обычно делаю. Значит, вот у меня, например, директория Home, User. И вот у меня основные папки. Это значит, что документы, загрузки, там, тополя. А на другом разделе жесткого диска, вот мне написано 500 гигабайт, называется. И вот если, допустим, здесь я сделаю папочку и на ней напишу, допустим, ну, допустим, 17 ноября там 2015 года. Вот папочку эту я сделал, открываю. А вот теперь смотрите. Вот отсюда. Ну, не знаю, ну, может быть, еще отсюда. Просто-напросто я беру и копирую все свои данные на другой раздел жесткого диска. Все эти данные, значит, они будут скопированы. И затем я там за 3, там, за 5 минут всегда с флешки могу восстановиться абсолютно нормально. А, так сказать, образы своих флешек я, так сказать, проверял неоднократно. Они все работают и на виртуальной машине, и на флешках. И он, помнится мне, пользователь был из Харькова,
Ему мы с флешки прямо делали там разметку жесткого диска и ставили на нее сборку. Работают сборки, так сказать, вполне корректно. Вот. А вам, значит, вот, пожалуйста, необходимые данные, там, где у вас какие-то папочки важные есть, взяли, скопировали на другой раздел жесткого диска или на внешний жесткий диск, или на облако к себе забросили, без разницы. Вот. Ради бога, значит, взяли, скопировали и можете, как говорится, все это дело переставлять. Значит, а переустановка сборки с флешки на жесткий диск, я вам уже неоднократно из моих роликов вы видели, занимает там ну, 5-6 минут. Все. Поэтому, значит, вот важные данные я, в принципе, рекомендую хранить еще и, скажем так, на отдельном разделе жесткого диска. То есть папочки, вот они здесь все представлены, Home User, обычно все это дело здесь находится. Вот. Тут, где видите точечка, это служебные папки, они обычно, как говорится, там и не нужны. Вот. А вот самые ходовые ваши, там, ну, можете там с рабочего стола что-нибудь там себе, там, или шаблон, если у вас какие-то там есть. Ради бога, взяли все это дело себе, скопировали, да, и привет. Ну, я не буду тут дожидаться окончания там всех этих вещей. Я это показал просто в качестве примера. Ну, вот. Вот таким вот образом. Ну, желаю вам всяческих, как говорится, удач с программой SystemBug, потому что программа, она просто-напросто талантливая. И сам Linux Mint Cinnamon сам по себе, хоть автор там один мне пользователь написал, что вроде бы как ему что-то там со стабильностью там не понравилось. По мне, Linux работает довольно-таки стабильно, честно вам скажу. А, вот. Насчет стабильности, значит, если вы хотите, сейчас вот почитаем его. Комментарий хороший, видно, что автор, так сказать, опытный пользователь. Вот он пишет, насчет стабильности, если хотите изучить Linux, то там надо изучать. Ну и выдает, значит, там все эти свои дела. Кстати, он здесь что-то упомянул. Ага, вот. То использовать только LTS релизы. Так, извините меня. А Linux Mint Cinnamon это как раз и есть long-term релиз, то есть на длительный срок релиз, рассчитанный до 2019 года. Поэтому в своих сборках я и использую только LTS релизы. И это всегда легко определить. Зайти на сайт Linux Mint. Сейчас. И обычно на главной, значит, странице у них там пишется. Ну, давайте Cinnamon посмотрим. Вот, что поддерживается до 2019 года. Long term support. Long – длительный, term – срок, support – поддержка. То есть выпуск, который будет длительное время поддерживаться, и в данном случае, значит, это до 2019 года. Так что, значит, вот комментарии, значит, которые, значит, мне тут давали, значит, я считаю, что в какой-то части, значит, я и учел пожелания, значит, автора этого комментария. Вот, но практически также, значит, Manjaro мне нравится, у меня по нему видеоролики есть. Но Manjaro не обладает, у Manjaro не ставится SystemBug. А для многих пользователей SystemBug это программа номер один. Вот. Хотя сама по себе ось красивая и интерфейс у них очень хорошо продуман.
Вот. И они являются веточкой Арча, тоже, значит, хорошая, значит, операционная система такая. Вот. Ну ладно. Короче, желаю вам всяческих успехов и удач. До новых встреч!